אני רוצה היום לדבר מפרק אחד מכתבי קודש. Я сегодня хочу разбирать одну главу из священных писаний. זה ראשונה אל התסלוניקים. Первая фессалоникийцам. שאול כתב לתסלוניקים. Шаул написал свое письмо фессалоникийцам. זאת הייתה קהילה מוקת. Это была очень проблематичная община. הם היו במקום איפה שהיה הרבה אנטגוניזם נגדם. Они были в месте, где много антагонизма было против них. כמו יהודים משיחים היום בארץ ישראל. Как мессианские евреи сегодня в земле Израиля. בגלל זה לפעמים הם חשבו, ну, מתי הדברים יגמרו כבר. Поэтому они думали, когда уже все закончится. ולפעמים רדיפות היו די חזקות. Иногда гонения были очень сильными. אם מישהו מתעניין בהיסטוריה של קהילה בתסלוניקי, תיכנסו לוויקיפדיה, לגוגל, ואתם תמצאו הרבה מידע. Если вы заинтересованы историей общины фессалоникийцам, в Википедии, в Гугле есть очень много информации. ואני פשוט רוצה לגשת היום לפרינציפים, למילים ששאול מסר להם, מאוד דיבר עליי כשלמדתי את זה, ואני רוצה למסור את זה לכם. Но я хочу обратиться к тем принципам, которые передал им Шауль, когда я изучал их, меня это коснулось очень. אז אבא, אני מתפלל שתפתח לבבות שלנו לדבריך בשם ישוע המשיח. Отец наш небесный, я молюсь, чтобы ты открыл наши сердца для твоего слова. Во имя Ишуа Мессии. Хевре, אני יודע שבזמן כמו שאנחנו עוברים עכשיו, я знаю, что в то время, которое мировой лахац, мировой лахац, большого давления, אנחנו לפעמים מתעוררים ופותחים קודם כל מה? Мы иногда просыпаемся и открываем телеграм. נכון. או חדשות, לא יודע. Или новости. אני פותח, אני לפעמים בלילה מתעורר ופותח חדשות. Я иногда ночью просыпаюсь и открываю новости. אבל לא לשכוח לקרוא דבר אדוני. Но не забывайте читать Божье слово. בו כוח שלנו. Здесь наша сила. ואלוהים נותן לנו גם מילים להכריז. Бог также нам дает слова, которые мы должны провозглашать. מילים נבואים. Пророческие слова. אני מתחיל לקרוא מפסוק ראשון. Я начинаю читать с первого стиха. על דבן העתים והזמנים אין צורך לכתוב לחם החי. הלא אף אתם יודעים, ידעתם היטב כי יום אדוני כגנב בלילה כן יבוא. כי באמרם שלום ושלווה יבוא לחם וחשב. פתאום כחבלי יולדה ולא יוכלו להימלט. А времена же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет как вор ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. המילים האלה מצוטטים היום די הרבה. Эти слова очень часто цитируются сегодня. ואני רוצה להגיד שאנחנו לא צריכים למהר תמיד לשים את המילים האלה עלינו, על המצב שלנו. И не всегда нам нужно торопиться и слова эти применять к нашему состоянию сегодняшнему. מה שנקרא זמן האדון כבר נמשך 2000 שנה מינימום. То, что называется день Господень или время Господа, продолжается уже минимум 2000 лет. ואנחנו רואים איך אנשים לפעמים יותר אקזולטים משתמשים בדברים האלה בשביל לעורר, לעורר תשומת לב ושאנחנו נסתכל על כמה הם מדויקים במילה. И часто люди используют эти слова для того, чтобы обратить наше внимание, чтобы мы посмотрели на то, как они в точности толкуют эти писания. ומאוד חשוב להבין, и очень важно понять, שאין לנו מושג עד היום הזה, מתי היום הזה תגיע. Что у нас нет никакого понятия, когда этот день может прийти. וזה לא רק נביאים ותלמידים של אלוהים דיברו כל הזמן, זה גם ישוע בעצמו אמר על הזמן הזה, מודע רק אבינו שבשמיים. И не только ученики Ишуа, не только пророки говорили про эти времена, но сам Ишуа сказал, о временах и сроках не дано вам знать, об этом знает только Отец мой Небесный, сущий на небе. אני בכלל עכשיו מסתכל
ורוצה להבין, אני אישית רוצה להבין על תנועה נבואית. Я хочу понять кое-что относительно пророческого движения. Потому что то, что когда-то работало, сегодня не работает. И возможно, Бог дает пророческой силе высвободиться иным способом. И нам нужно смотреть, учиться и обращать на это внимание. כי הנה, יש הרבה אנשים שקוראים את עצמם נביא, נביא, נביא. יש אנשים, אני ראיתי בעיניים שלי, בביזנס קארד אצלו כתוב, נביא ככה וככה. Очень много людей называют себя пророками. Есть даже те, которые присваивают себе эти титулы и печатают визитки с именем, своим именем и с должностью пророк. אבל למה שתקתם? Но почему вы тогда молчали? למה שתקתם? Вы почему молчали? לא שמעתם כלום? Вы разве ничего не слышали? בגלל זה אנחנו צריכים להיות די מאוזנים בכל דבר שבנם. О, הנה הזמן הגיע. Поэтому нам нужно быть очень сбалансированными в том, чтобы указывать на что-то или принимать, когда говорят, вот пришло это время. אבל принцип קיים. Но этот принцип существует. לפני חודש וחצי בכנסת שלנו דיברו על שלום עם סעודיה, שאנחנו נראה מזרח התיכון מושלם, שלום ושלווה, ופתאום מגיע את המכה. Где-то полтора месяца назад в нашем правительстве говорили о том, как мы близки к заключению мирного договора с Саудовской Аравией, как мы увидим новый Ближний Восток, и вот пришла эта беда, и все поменялось. Аваль, זה принцип. Но такой принцип. במיוחד במקומות איפה יש מתח. Особенно в местах, где все очень напряженно. זה כאן אצלנו. Это у нас здесь. זה גם בסוריה, באזור של קורדיסטן. В Сирии, там, где есть Курдистан. זה כמובן כולם מודעים על אוקראינה ורוסיה. Естественно, мы все понимаем, что происходит в Украине и в России. בגבול בין פקיסטן ואינדיה. На границе с Пакистаном и Индией. באפריקה, בכל נקודה איפה שאתם תשימו יד, יש שם דבר הזה. В Африке, куда бы вы пальцем не ткнули, там есть война. ואני פשוט רוצה להגיד שהדבר הזה זה מאפיין את מפת העולם המודרני. И эта вещь, она просто определяет новую современную карту мира. בוא נמשיך לקרוא. Давайте продолжим читать. אבל אתם החי לא בחושך אתם שישיג אתכם היום כגנב. אתם כולכם בני האור ובני היום, לא בני הלילה, אנחנו, ולא בני החושך. לכן, אל נא נרדם כמו אחרים, כי אם נשקוד ונהיה מפוכחים, כי הנרדמים נרדמים בלילה, והמשתכרים משתכרים בלילה, אנחנו בני היום נתפכח נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה, וכובע את תקווה הישועה. זה מפסוק 4 עד סוף 8. С 4 по 8 стихи, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня, не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же будем сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды и спасения. Мы, во-первых, помним пример нашего праотца Авраама. Еще когда он был в Харане, Бог начал говорить с ним. Авалеми отхала и хили дабер им Авраам аль... Но не с самого начала Бог начал говорить об Аврааме, о будущем Содома и Гоморры. Или рак без манши, что шам Аллахим игию леодедото аль лида шел елед беот шана. Но только когда три Божьих вестника пришли к нему для того, чтобы возвестить ему, что через год у него родится сын. Рак баэта зе Элухим амар ле Авраам, ма не астир машу ме едиди.
Только в это время Бог сказал: «Укрою ли я что-то от, от друга моего?» Килу у Амар ведибер им Авраам аль атид шел сдом ве Амора мамаш лифне это атидазе. Он говорил с Авраамом о будущем Содома и Гоморы перед тем, как это произошло. Вебигдю по катув анахну бней йом, анахну ло бней хоших. Что мы сыны света, мы не сыны тьмы. Анахну бней ор ло бней хоших. Мы сыны света, а не сыны тьмы. И он проговорит к нам, когда придет это время, не нужно бояться. Только я хочу обратить ваше внимание на ключевое слово в этом месте, как Бог обратился к Аврааму. Он сказал: «Мой друг Авраам». Лиот ядид леэлухим. Быть другом Богу. Зе бидюк аль ма ше Женя айом дибер баатхала. Это то, о чем Женя сегодня говорил в самом начале. Ло шеу каров алейну, гам анахну црихим литкарев алав. Не только он близок к нам, но также и мы должны стараться приближаться к нему. Зе аль ма ше гам шарну башир баиштахвая. Об этом пели мы в песне, в прославлении. Ве им анахну лумдим история. Ми ая кунан ке бней ор. Если мы учим историю, кого называли сынами света или дня? Зе ая кинуй шел Исеем. Исеев называли. Ми зухер кат шел кумраним. Кто помнит такую секту кумранскую? Адавар ми афияно там ая арбе тфила, арбе авана шел китвей кодеш, ве арбе тфила пнимит. Их определяло множество молитва, немного времени проводили в молитве, изучали священные писания и бешекет яшву ве самулев маруаха кодеш дибер бетухам. И они сидели в тишине и просто ждали, что Дух Святой проговорит к ним. Памехад эхад мянвей танах Абакук. Один раз один из библейских пророков Авакук. הוא אמר, אני עולה למגדלי, ואני אשב ויחכה, מה אדוני תדבר בתוכי. Он сказал, я восхожу на мою башню, и я буду сидеть и слушать, что Бог будет говорить ко мне. ואותו דבר, זה סינוני מה שישו אמר, תסגר בחדר לבד, ותשמע מה אלוהים מדבר בפנים. Это то, что Иешуа говорит: зайди в комнату, закрой за собой дверь и сиди и слушай, что Бог будет говорить. Они רוצה להגיד, זה לא психиатры. Я могу сказать, что это не психиатрическая вещь. אם אתם יושבים בשקט, если вы сидите в тишине, ואתם עם שפתיים סגורות, и вы ничего не говорите, ואתם מתפללים בלב לאדוני, и вы просто сердцем молитесь Богу, והוא מדבר אליכם בחזרה, а он говорит к вам в ответ. אותו דוגמה אנחנו רואים אצל אמא של נביא גדול שמואל. То же самое мы, тот же пример мы видим у мамы великого пророка Самуила. וכתוב שכשהתפללה בבית המקדש איליה, Илия Коген шал, мать шикора, лёшуме милим. Когда она молилась в храме, то к ней подошел священник Илия, сказал: ты, наверное, пьяная, что ты просто сидишь, и я не слышу, чтобы ты произносила слова. Авали умерет они иша, ше совелет блиби, ве митпалелет бетухи. Она говорит: нет, не думай про меня так, я женщина, скорбящая сердцем, и я молюсь в своем сердце. Они пошут руцеля агид. Я хочу сказать. А בשבילי התפילה פנימית יותר חזקה מתפילה חיצונית. Для меня внутренняя молитва более сильная, чем внешняя. וזה בדיוק בני האור. И именно так определяются сыны света. כשהאור נכנס בפנים. Когда свет заходит внутрь. הוא יוצא בחוץ אחרי. Он потом выходит наружу. בוא נמשיך לקרוא. Давайте продолжим читать. יען אשר לא ידענו האלוהים לחרון, כי לרשת, את הישוע על ידי ישוע אדוננו, אשר מת בעדינו למען נהיה עמו, יחד עם נשקוד ועם נשען. על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר עשיתם. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения
через Господа нашего Иешуа Мессию, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Бамуван, веба контекст, мила Иешуа бамашиах. В понимании, в контексте слова спасение через Господа. Заимда шелану. Это наш статус. У гошия отану миаулам азе. Он спас нас от этого мира. Миаониш. От наказания. И он приготовил нас к вечности. Но здесь есть одно слово. Им анахну. Если мы. Шния. Им нишкод им ве им нишан. Если мы будем бодрствовать и пребывать вместе с ним. Везе бидюк ота мила шеквар амарти памаим. Это то слово, которое я уже сказал два раза. Эйн. Ло и вшар ливатель итхаивут шел Элохим алейну. Невозможно отменить Божье обязательство по отношению к нам. У Аба шелану ленецах. Он наш отец во веки вечные. Авал лифамим анахну асуким кольках, шело миткарвим пашут элав. Но иногда мы настолько заняты, что мы не приближаемся к нему. У тамид кмо ав шемихаке лебен шенилам. Он всегда как отец, который ждет пропащего сына. Ве у тамид самех им анахну рацим элав. И он всегда рад, когда мы бежим по направлению к нему. Лезе. Это очень особенное время для этого. Акшав ани роце ликро псуким 12 ве 13. Я сейчас прочитаю 12 и 13 стихи. Винени мивакшим михем ахай леакир этха амалим בכם ואתך ניצבים עליכם בדרך האדון ומוכיחים אתכם ונתהגו בם כבוד גדול מאוד באהבה למען פעולתם יהיה שלום ביניכם. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело. Будьте в мире между собой. וזה מדובר בגדול על רואי קהילות, על מנהיגים. Здесь говорится про пасторов, про лидеров общины. ועל המנהיגים בכל דרגה. И про лидеров на всех уровнях. האם בן אדם שהוא מנהיג לא יכול ליפול? Человек, который лидер, разве не может упасть? או בן אדם שהוא מנהיג על קבוצה קטנה, הוא לא יכול ליפול? Или человек, который лидер над маленькой группой людей, он не может упасть? כן, כמובן כן. Он, конечно, может. ולפעמים, במיוחד בזמנים האלה, לדוגמה, אני מרגיש לפעמים לא ממש מאוזן. И особенно в такие времена, даже я тоже чувствую, не, что у меня нет сбалансированности. ולפעמים מישהו בא ופשוט נותן לי חיבוק, או אומר לי מילה נכונה, וזה מחזק אותי. И иногда кто-то подходит, просто обнимает меня или дает какое-то, говорит ободряющее слово, меня это укрепляет. כמובן, אתה יכול באיזשהו מקום, אם אתה מנהיג מכל שלב, יכול לעשות טעות. И если ты лидер на каком-то уровне, ты можешь сделать ошибку. אולי פגעת בבן אדם כי הוא היה חריב נגדך. Возможно, ты обидел человека, который резко на тебя отреагировал. תמיד יש מקום לבקש סליחה. И всегда можно попросить прощения. וליישר קו. И всегда можно выправить вот эту линию. כי אם אנחנו לא עושים את זה, потому что если мы этого не делаем, אין להימנע מריב עמוק. То невозможно предотвратить большую ссору. ואני רוצה להגיד שיש פה בקהילה אנשים Я хочу сказать, что я знаю, что и у нас в общине есть люди, которые ссорятся друг с другом. А за ней пошут руцели вакеш. Я хочу попросить у вас. А мацава зе у нормали? Это состояние для людей нормальное. А валь ле нормали? Но также оно не очень нормально. Ведь и насу ли яшер кав камаши и вшар ютер маэр? Попытайтесь все выправить как можно быстрее. Зе озер лану ле нефеш? Это помогает нашей душе. Векмоше катув кан атем тию баш Шалом. И как написано здесь, тогда вы просто будете в мире. Ки шалом катанчик, потому что маленький мир горем ли шалом гадоль. Ведет к большому миру. Зе пашут кама типим ли анашим бетоха киила. Это просто несколько я даю советов людям в нашей общине. Лифамим еш мацав, ши анахну црихим литрахек. Иногда есть такое состояние, когда нам нужно отдалиться друг от друга. Велагит хай вебай, зе гам коре. Сказать только привет и пока, это происходит. במשפחה. Но в семье.
ואנחנו משפחה. А мы семья. הדבר של ריב זה לא דבר טוב. Ссоры это не здоровая вещь. כי זה תמיד גורם לפילוגים. Потому что ссоры ведут к разделению. ושוב, אנחנו צריכים לגדול בפנים. А нам нужно расти внутренне. ויש אנשים שהם פחות בוגרים. И есть люди, которые менее зрелые. בבקשה, תקשיבו לי, כי אני מדבר עכשיו לכמה ממכם. Послушайте, я сейчас говорю ко многим из здесь сидящих. ואתם לא מגיבים לילד קטן אם הוא עושה משהו רע. Вы не реагируете жестко на маленького ребенка, который что-то плохое сделал. אבל לפעמים בן אדם מבוגר גם עושה שטויות. Но иногда и взрослые делают глупости. שאלוהים ייתן לנו כוח לרחמנות ולתיקון. Пусть Бог нам даст силу, чтобы мы были, во-первых, милосердными, и, во-вторых, смогли исправить ситуацию. Они רוצה לקרוא פסוק 14. Я хочу прочитать פסוק מאוד חזק. Очень сильный стих. הנני מזהירים אתכם אחי, הוכיחו את מעקשים דרכיכם, אמצו את רחי הלבב, תמכו את חלשים ועריכו רוח אל כל אדם. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпивы ко всем. Мила, мякшим драхехем. Вот это слово бесчинные. Вразумляйте бесчинных. יש מספר פירושים, אבל אהבתי פירוש אחד, עצלנים. Есть несколько толкований, но одно толкование мне понравилось, это ленивый. וכתבי קודש מספר פעמים מדברים על פרזיטים. Священные писания часто говорят про паразитов. זה מי שמתלבש על גוף המשיח. Паразит это кто-то, кто как бы присоединился к телу Мессии. והוא פשוט מושך כוחות, כל תשומת לב וכוחות מכולם. И просто требует к себе внимания, сил всех, и чтобы все было для него. ואני אמת אומר, כראה קהילה כבר משנת 2001, אני רק כמה פעמים ראיתי דבר כזה. И я являюсь лидером общины с 2001 года, и несколько раз я видел такие вещи. רק כמה פעמים. Несколько раз. ובהתחלה אתה לא מבין, אתה פשוט רואה צורך. Иногда ты не понимаешь, ты просто видишь нужду человека. אבל כתבי קודש מבקשים מאיתנו Священные Писания לתקן בן אדם הזה. Исправлять такого человека. לעזור לבן אדם הזה לראות את הבעיה הפנימית. Помочь такому человеку увидеть его внутреннюю проблему. וכשמדובר פה ועריכו רוח אל כל אדם. И когда здесь говорится про то, чтобы... ואת רחי הלבב. Про... Слаб. Поддерживать слабых. Не, малодушных. Малодушных. זה אנשים פחדנים. Малодушные – это боязливые. ואני כבר דיברתי. אנחנו לא תמיד יודעים איך אנחנו מגיבים על כל דבר. Я уже сказал вам, я не всегда... Люди не всегда могут предсказать, как они будут реагировать на определенные вещи. אני הייתי בן 17, והייתי צריך פעם ראשונה בחיי לתת בדיקת דם. Когда мне исполнилось 17 лет, первый раз в жизни мне нужно было сдать кровь. ואני זוכר, כאילו, מה זה, שטויות, הם דקרו ואני התעלפתי. Я помню, как первый раз в жизни меня иголкой проткнули вену, я в обморок упал. כמה ממכם שמעתם על דבר כזה? Кто слышал про такое? וזה, הרופאים אומרים שזה תגובה. תגובה של הגוף, אתה לא שולט על זה. Это просто реакция организма, ты не можешь совладать собой. ואני שמעתי שבצבא שלנו פה יש כאלה אנשים גדולים, לוקחים להם בדיקת דם ומתעלף. Я слышал, что у нас в армии есть такие огромные, большие люди физически, а при сдаче крови они падают в обморок. לפעמים אתה לא יודע שאתה פחדן, עד שמצב קורה. Иногда ты не знаешь, чего ты боишься,
как пока с тобой это не происходит. Они пошут роцеле одед. Я хочу просто ободрить вас. Пахат байней шел ах о ахот. Если вы видите страх в глазах брата или сестры, зе авата машиах ларуц велихазек бен адам. В этом заключается любовь Мессии, когда вы подходите и укрепляете этого человека. Вемила кимху эт халашим. И здесь то, что написано, поддерживайте слабых. Замедубар аль халашим баэмуна. Говорится про слабых в вере. Ве камуван, беколь маком еш анашим ше итхаску везе хесед шел Элохим. Во многих местах есть люди, которые укрепились, и они это сделали милостью Божьей. Аваль еш анашим шем пахот мааминим. Но есть люди, которые не укреплены в вере. Ве бедюк мо мишпаха. Так же, как в семье. Ве меот хашув ше коль эхад митану ебен адам ше меодед эт халаш баэмуна. И очень важно, чтобы каждый из нас был тот, который поддерживает слабого в вере. Зе давар меот пашут ве басиси. Это очень просто, это основа основ. Аваль зе баэцем баэмет хаей кигила. Но это и есть жизнь общины. Ве пасук 15. Ве рау пен ишалем иш ле раэу. Раа, тахат рааким, ратфу беколь эт хатов, хен ле иш, иш, михем, хен ле кол адам. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу во всем. ופה אני רוצה להגיד, זה לא מדובר על פעילי חמאס בכלל. И здесь уж точно не говорится про террористов Хамаса. איך להגיב לפעילי חמאס, אני חושב שברור כבר, דיברנו על זה הרבה פעמים. Как нам реагировать на террористов из Хамаса, я уже говорил не раз, и мы это знаем. אבל כשמדובר על בני אדם, когда говорится про людей, אנחנו צריכים להתגבר טוב על רע. Нам нужно побеждать зло добром. ואני פשוט רוצה להודד שזה הפרינציפ של הקהילה שלנו. Я просто хочу сказать, чтобы это стало принципом нашей общины. Пасук 16. Самху беколь эт. Всегда радуйтесь. Зе квар мицва ше алейну лахлит. Это заповедь, которую мы должны решить. Им анахну руцим ликаем ота. Хотим ли мы ее исполнять. Еш анашим шем тамид עצובים, שבורים. Есть люди, которые всегда грустные, всегда сломленные. ואני רוצה להזכיר, מלך דוד אומר, באחד מהמזמורים, אני, הוא אומר ככה, אני אומר לנפשי, סמכי באדוני נפשי. Я хочу напомнить таким людям, что царь Давид писал в псалмах, он своей душе приказывал, он говорит, моя душа, радуйся в Господе. ואני פה רוצה להגיד, זה מאוד קל להתמקד על מקום, על נקודה מדוקה. Я могу сказать, что очень легко себя сосредоточить на чем-то депрессивном. ואתה פשוט טובע בדיכאון הזה. И тогда ты очень быстро утонешь в этой депрессии. אבל אם אנחנו אומרים לנפשנו, סמכי נפשי באדוני. Но если мы говорим своей душе, радуйся в Господе. ואנחנו מתגברים על הדיכאון. Преодолеваем нашу депрессию. אנחנו מנצחים. Тогда мы являемся победителями. אני ממשיך לקרוא. Я продолжаю читать. סמכו תמיד. Всегда радуйтесь. חתמידו לתפילה, להתפלל. Непрестанно молитесь. על זה לא צריך לפרש. Здесь даже не нужно толковать. הודו על כל דבר, כי זה רצון אלוהים. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья. הודיה. Благодарность. Я זוכר לפני כמה שנים דימה נתן כאן מסר מצוין על הודיה. Я помню, несколько лет назад Дима говорил про благодарность. עד עכשיו אני זוכר מסר שלו. Я до сегодняшнего дня помню его проповедь. ובטבע שלנו אנחנו לא כל כך ממהרים להודות. А у нас такая сущность, такая природа, что мы не всегда спешим кого-то поблагодарить. אבל אנחנו כן יכולים לראות הרבה טוב. אם אנחנו שמים לב שבכל נקודה אבינו שבשמיים עוזר לנו ולהגיד לו תודה אבא כמו שאנחנו אומרים בבית קפה שמישהו מוסר לנו כוס קפה תודה. Но это очень важно обращать внимание на то, что мы всегда благодарим Бога, как мы благодарим официантов, который принес нам кофе. כשהייתי תלמיד בבית ספר. Когда я учился в школе. זה לא היה cool.
Это не было круто постоянно говорить спасибо и пожалуйста. Мы были только такое, дай, возьми. А когда я в 9 класс перешел, у нас был мальчик один, Юрий. И он со всеми разговаривал так, спасибо, пожалуйста. И мы смотрели на него, как он какой-то был ненормальный, слабенький. Но все на него очень хорошо реагировали. Это принцип, если ты вежливый с другими людьми, они становятся вежливыми с тобой. И то же самое относительно нашего Отца Небесного. Когда ты просыпаешься ночью, скажи ему спасибо. И когда что-то хорошее случается с тобой, скажи ему спасибо. И когда ты едешь по дороге, молись и благодари его. Году аль коль давар, кизе рацон Элохим, лигабейхем, бамашиах Иешуа. За все благодарите, ибо такова воля Божия о вас, Машиах Иешуа. Аль тикабу эт харуах. Духа не угашайте. Аль тизальзелю баневуа. Пророчество не уничижайте. Ани руце лагид, маши амарти лигабей невуа, ло зильзальти баневуа, эле ани руце лирот, а невуа эх оведет ба эйдана модерни. То, что я хотел сказать про пророчество, я не уничижил пророчество, но я хочу увидеть, как оно работает в современном мире. Авал анахну црихим лаадвин, ше руах акодеш ношем бенейну. Но нам нужно понять, как Дух Святой действует среди нас. Ва анахну црихим лют птухим ле руах акодеш. И нам нужно быть открытыми к Святому Духу. Бо руах бо. Приди сюда, Дух, приди. Ани хозер ахарей рав Шауль, ше умер, ани руце, ше коль ихат итнабе. Я повторяю то, что сказал рав Шауль. Я желаю, чтобы все пророчествовали. Ани митпалел, Аба, ше ата титен лану льет птухим ле пиулат руаха кодеш. Я молюсь, Отец, чтобы ты дал нам быть открытыми к действию Святого Духа. Аваль анахну црихим ливдок. Но нам нужно проверить. Вебедюк аль зе катув ба пасук 21. Бахну коль давар ве хехзику бетов. В 21 стихе написано: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И трахаку мин гара аль коль цуротав. Удерживайтесь от всякого рода зла. Ра яхоль йот беколь цура. Зло может быть разное. Ве меот хашув льет богрим бишвиль ливхон. Эйфо ра митлабешет бадварим яфим, аваль зе ра. И очень важно понимать, когда зло накладывается на что-то доброе, но из этого его сущность не меняется, оно остается быть злом. А тем юдеем они хошев, что нахну киам и асину компромисс, асину пашарну, ит пашарну ле дварим, всем лёт анахим, бамирухат, бяхасей мин. ואמרנו, "Окей, לכל אחד את הבלגן שלו בראש." Мы, как народ, очень пошли на компромисс именно в плане сексуальных распущенных связей и сказали, ну, у каждого своя, каждый верит по-своему, и у кого что в голове, пусть то и делает. והנה, תל אביב הפך להיות פשוט מקום, עירה בירה של הומוסקסואלים ואל, איך קוראים לה, אל, 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 אל גבט. И Тель-Авив стал просто, получил такое гордое звание столицы мира для ЛГБТ-сообщества. אבל אני חושב שעכשיו אנחנו מתעוררים מכל השטויות האלה. Но сейчас мы просто просыпаемся от всей этой ерунды. אנחנו לא הולכים לצד של פנאטים. Мы не идем сейчас на сторону фанатиков. אבל יש דרך המלך שאלוהים נותן לנו דרך כתבי קודש. Но есть путь, который Бог показывает нам через священные писания. אני רוצה לסיים עם פסוק 23, כי יש פה גם משהו מאוד מיוחד. Но я хочу завершить 23 стихом, потому что здесь есть что-то особенное.
Кадеш этхем Элухай ашалом, кадеш шлема ве итшамер шлема рухехем навшехем ве гуфехем лиот бли дофи бево Адонейну Иешуа ха-Машиах. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порога, без порока в пришествии Господа нашего Иешуа Мессии. Есть машу мианен. Здесь есть что-то интересное. Шауль мивакеш браха аль руах шелану. Шауль просит благословения для нашего духа. Ле нефеш шелану. Для нашей души. Вели басар шелану. Для нашего тела. אבל אנחנו יודעים שבתוך בן אדם יש יותר חלקים שאלוהים ברא. Мы знаем, что в теле человека есть больше частей, которые он сотворил. אנחנו קוראים בכתבי קודש על נשימה. Мы читаем в священных писаниях про дыхание. שהוא שם בתוך כל בן אדם נשימתו. Которое он вдохнул в каждого человека свое дыхание. ויש חלק מאיתנו שנקרא חיה. Есть часть из нас, которая, как это перевести? חיה, не знаю, חיה. ויש חלק שנקרא בתוכנו יחידה, וזה כתוב בכתבי קודש. У нас есть какие-то частицы, единицы, молекулы. לא. живая сущность. живая сущность. גם לפעמים כשאנחנו קוראים מילה שמתורגמת ככבד, печень. И слово, которое переводится как печень. Везекен кавед, אבל גם במקומות אחרים אומרים שיש לה חלק רוחני, גם לכליות שלנו, יש חלק רוחני. Есть места, в которых говорится, что наша печень и наши почки имеют в себе духовную часть. והם מתחברים באיזשהו אופן שקשה להסביר לנו עם ראש של בן אדם, איך זה, באיזשהו אופן זה מתחבר לשמיים. И каким-то образом это связано с небесами, мы не можем понять как. אבל מה שאומר שאול כאן, Но что здесь говорит Шауль, שנפש שלנו, что наша душа, רוח שלנו, наш дух, והגוף שלנו, הם תמיד נמצאים בעולם הזה, и наше тело всегда находится в этом мире. ויש לנו תמיד נגיעה עם חוסר, עם חטא, עם תומה של העולם הזה. И мы всегда прикасаемся к скверне этого мира, к греху. וכששאול אומר, התברכו החלקים האלה, זה אותו דבר כמו שאלוהים ישמור אתכם, לא לקבל את ה... это 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 инфекция. И когда Шауль говорит, это зиум של העולם הזה. Хранить себя неоскверненными, просто чтобы мы все части нас эта инфекция греха, чтобы она не прикасалась к нам. וזה לא קל. Это непросто. כי אנחנו מותקפים כל שנייה. Потому что нас атакуют каждую минуту. וכמו שאמרתי, גם מקללים אותנו. И нас проклинают. ופשוט אתה חי בעולם הזה, ואתה נוגע בכל התומה הזאת. И ты живешь в этом мире, и уже одно то, что ты живешь, ты прикасаешься к скверным этого мира. אבל כשאני קורא פסוק הזה, אני רואה בו גם הבטחה. Но когда я читаю этот стих, я также вижу там обещание. שאלוהים ישמור. Что Бог сохранит. אלוהים ישמור אותנו. Сохранит нас. רק אם אנחנו פותחים את עצמנו לפניו. Только если мы открываем себя для Него. בוא נעמוד בבקשה. Давайте встанем. חזרו אחריי בבקשה בתפילה. Повторите за мной эту молитву. פשוט במילים שלכם, תגידו, своими словами скажите. תגידו תפילה הזאת. Скажите эту молитву. אבא, אני פותח ליבי לפניך. Отец, я открываю свое сердце для тебя. אבא, אני פותח ליבי לפניך. Отец, я открываю свое сердце для тебя. קרב נא אליי. Приблизься ко мне. תדבר בתוך רוחי. И говори к моему духу. ותשמור אותי מהעולם הזה. Сохрани меня от этого мира. תעזור לי להיות באור. Помоги мне быть во свете. ולגדול בקדושה. И возрастать в святости. אני מתפלל אדון. Я молюсь Господь. שאני אדמה למשיח. Чтобы я стала похожей на Мессию. בהחלטות וברצונות שלי. В своих желаниях и решениях. במעשים שלי. В своих действиях. תעזור לי ללכת אחריך. Помоги мне идти за тобой. ולהיות אור לאחרים. И быть светом для других. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. Я молюсь во имя Иешуа Мессии. ואמרו אמן. Аминь.